моим зрителям огромный привет. С вами я, Юлия Crazy Nails. Наконец-то дошли руки попробовать продукцию Diva, потому что очень много мастеров, которые нахваливают эту марку, говорят, что она просто идеальная. Даже ни разу не видела ни одного плохого отзыва, поэтому решила себе заказать и, естественно, попробовать и высказать свое мнение вам. Я уже много раз говорила, что когда заказываю новую торговую марку, в основном я тестирую их белые и черные цвета. Объем тюбиков 15 мл. Написано, что изготовлено в Германии. По консистенции они средние, но ближе к жидким. Такие гель-лаки будут идеально самовыравниваться. Нанесла специально тонким слоем и, если честно, пока плотность не нравится. Белый хорошо ложится, опять же говорю, за счет своей консистенции они хорошо самовыравниваются и никаких проплешин или каких-то недочетов вообще не видно. Очень красивый такой кремово-розовый оттенок под номером 42. Вот один слой и идеальный блик. Я знаю точно, что кто-то из вас уже 100% пробовал эту продукцию. Пожалуйста, напишите в комментариях, как носится их база. Потому что базу я пока не заказывала, заказала только то без липкого. Невероятно красивый 40-й цвет. Видно, конечно, что просвечивает, поэтому нанесу второй слой. Потрясающий дорогой гранатовый цвет. И еще один из моих любимчиков, это цвет под номером 36. Я уже даже наносила его на ногти клиентки, но не сфотографировала, потому что не было времени. Цвет у него такой же божественный, такой же дорогой, как и у предыдущего оттенка. Это темный баклажан. Конечно, на видео он может показаться вам совсем черным. Итог, без липкого слоя этой фирмы. Вы можете видеть по консистенции, что он очень жидкий. Работать с ним нужно быстро, иначе начнет стекать по бокам. И слышала и видела по фотографиям, что блеск у него отменный. Сейчас это и проверим на темном цвете. Не забываем, топы без липкого сохнут 60 секунд. И вот уже цвет, собственно, с топом. Глянец, конечно, очень крутой, но будем по ситуации смотреть, как он будет носиться у клиентов и как он будет затираться. Или вообще, может быть, до коррекции он носится идеально. По поводу продукции Diva могу только пока что оставить положительные отзывы. Цветов не так много, но по консистенции, по плотности это прям то, что мне необходимо. Эти гель-лаки я заказывала на сайте imcosmetic, ссылочка будет в описании под видео. Сегодня мы будем делать один из геометрических дизайнов. Для этого мне понадобится цвет под номером 42, которым я перекрою полностью типс. Нанесла я в один слой, мне этого будет достаточно. И дальше я буду брать красную фольгу. Сейчас очень модно сочетание бежевого и красного цвета. И буду отпечатывать в верхней части типса, то есть от кутикулы. Нанесли и нужно зафиксировать хотя бы несколько секунд в лампе. И с нижней части я обязательно сниму липкий слой. Нужно это для того, чтобы наклеить сюда клейкие ленты. Конкретно в этом случае я буду использовать черную ленточку. Клеим ленту на цвет, с которого сняли липкий слой. Для того, чтобы их правильно наклеить, вы должны сильно натянуть ленту. И разместить также на ноготочки, при этом натягивая хорошо ленту с двух сторон, чтобы она хорошо приклеилась к ногтевой пластине. И теперь эту ленту мы обрезаем. Чтобы ее хорошо закрепить на ногти, чтобы она носилась до коррекции, мы обрезаем с небольшим отступом. Вы можете видеть небольшой зазорчик. Так и должно быть. И чуть ниже, на небольшом расстоянии друг от друга, приклеиваем вторую ленточку. Когда мы наклеиваем вторую ленточку, также ее хорошенечко растягиваем, чтобы она плотно прилегала к ногтевой пластине. Дальше что мы делаем? Мы берем каучуковую базу и наносим тонким слоем, при этом запечатывая наши ленточки, чтобы они впоследствии у нас не отвалились. И после наносим матовый топ, потому что этот дизайн очень стильно смотрится именно в матовом варианте. И вот наш дизайн готов. Кстати, работу с этим дизайном я обязательно ставлю в видео, чтобы вы видели, как это смотрится стильно. Поставьте, пожалуйста, этому видео пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в Инстаграме. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч, творческих успехов и пока-пока!